Рад приветствовать вас, дорогие друзья, это Готика 2, Ночь Ворона, 4 глава, непосредственно охота на драконов. Итак, сейчас мы уже получили некоторые побочные задания от паладинов и от охотников на драконов. Кому-то надо отыскать арбалет, кому-то надо отыскать меч, а кому-то надо вообще помочь убить главаря орков, да? Хошпака. Вот, собственно говоря, с горем пополам потихонечку будем выполнять поручения. Так, ну опять нам тут очень так нехило мешают, конечно, надо сказать. Что ты тут, орк, гребаный тут передо мной ходишь? Да, боевой арбалет очень хорошо помогает, тут ничего не скажешь. Очень хорошо помогает, особенно еще и коготь Беллера. Незаменимая вещь. Да, я уже давно обещал покончить с лагерем орков здесь, да? С вот этой вот осадой. Но здесь действительно дохрена очень орков. Блин, да ё-моё. Чё ж вы так тупите-то? О, шикарно. Минус два чёрта. Итак, короче говоря, куда сейчас мы направляемся? Сейчас мы найдем арбалет Синграта. Арбалет Синграта, давайте посмотрим. На карте он, насколько я помню, находится где-то вот рядом с речушкой, да, вот где она восточнее, по-моему, за рекой. Туда мы сейчас и пойдем. Нам прямо и надо идти. Ну и попутно будем уничтожать всякую живность, типа орков. Даже не потратили ни одного хелки. Отлично. Так, дальше мы не пойдем. Так, пойдем вот этой вот дорожкой. Сейчас мы переплывем речку и найдем этот самый арбалет Синграта. Тут еще также надо обратить внимание на то, что здесь всякие опасные животные ходят, типа тех же варгов, блин, хренаргов. Да, вот вообще, чем прекрасен меч Беллера, так это тем, что, несмотря на то, что, в принципе, у нас там есть оружие, урона мы помощнее, то есть там больше, чем 110 урона основного. Но дело в том, что при успешном крите меч Беллера дополнительные 100 урона делает, наносит. Причем, куда они идут? Ладно, хрен с ними. Причем эти 100 урона дополнительных, они, получается, в любом случае идут противнику, вне зависимости от того, какая у него броня и все в этом духе. Ах ты, ублюдок. Ну вот мы наконец-таки дошли до того момента, что их можно спокойно уничтожать из арбалета. То есть обычно как рассчитывается урон? Урон рассчитывается в готике так, что какую-то часть урона от меча, да, поглощает броня. А вот эти вот 100 урона, которые дает коготь Беллера, он пропускает. То есть вот, например, херачу я в элитного орка, да? И если вот эти вот 100 урона от когтя Беляра идут к нему, то его даже броня не спасает вообще никак. О, застрял парень, блин. Придется так идти добивать. Давай чё. Сейчас я тебя здесь и уничтожу. Да, спасла меня речка. О, лечение средних ранений, обалдеть. Где-то здесь, по-моему. Сам Синград и его арбалет, по-моему, не? Да, где-то прям здесь, вот на этой стороне, рядом с чистоколом, кстати. Те, кто интересуется, есть ли там что-нибудь за забором, я вас разочарую, там ни хрена нет. Вот и Синград. Пал смертью храбрых.
Кстати, особенность здесь еще та, что из этого не урон выйдет ничего урку хорошего. Идет даже тогда, когда я делаю блок. Так, да, арбалет Синграта. Все, нашли мы арбалет, вторую монетку. А, в принципе, ничего такого, да? 45 урон у него всего-навсего. Что он с этим арбалетом хотел делать, я решительно не понимаю. Ну а те, кто помнит наше первое прохождение по Готике 1, те, наверное, наверняка уже вот это вот место вспомнили. То есть, вот на это самая речушка, по этому мостику идем, и там дальше болотный лагерь. Ну, сейчас его уже нету. Блин, есть соблазн уничтожить вот этих ублюдков. Где тут моя магия бури? Сейчас я вам всем покажу, ублюдки. Блин, я его что-то не вижу в упор. Да ё-моё, да... Да дайте мне свиток-то магически выбрать, а? Демоны, блин. Так, где же он у меня есть-то? Блин, буря... А, вот она. То свитков до хрена, а толку ни хрена. Сейчас разом скастуем, блин. Давай, я призываю дождь. О, вот так вот лучше. О, вот это совсем другое дело. Тут уже и с магом справиться не проблема. Как вы, а? Настырный. Ну да, самое неудобное это именно магия. Ничего хорошего. Без магов обычно орки убиваются намного легче. Так, лечимся, хилимся. Ну и самое главное, чтобы это еще был не предводитель. Само собой. Так, ну пока что набиваем опыт. Кстати говоря, скоро у нас левел-ап будет. 19 очков обучения как-никак. О, тут какой-то жертвенный алтарь, что ли, что-то такое. Превращение в варга, скорее всего, тут свиток был. Ё-моё, опять ублюдки. Да... Мышка здесь ужасная просто, блин. Так, ну одного сняли вроде. Так, идем к реке, идем к реке. Самое главное идти к реке. Бояться не реку. Сейчас вылечим среднее ранение, а то я думал, сейчас опять сдохну, блин. Да, не забываем сохраняться. Я просто хочу зачистить этот сектор полностью. Ну и сейчас нам повезло, да? Так, все, левелап. То есть, собственно, что я и хотел, да? Я хотел левелап, я получил левелап, твою мать. Да, свитки лечения средних ранений сейчас нам очень пригодятся. Желательно, чем их больше, тем лучше. Так, ну, собственно, до этого края забора мы дошли. Более, по-моему, тут ничего... Хотя там есть еще пещера. Отдыхай, мой брат. О! Вот это я понимаю. Шоу-пати. Так, ну вот немного рядом с границей барьера мы зачистили местность. Так, а чё там? Я помню вот то, что там светится что-то. Там вроде раньше были гоблины какой-то там, какая-то пещера с гоблинами, по-моему. Я хочу посмотреть получше, подальше. Слушайте, и тут, по-моему, можно... Да, это дорога, короче, к каменному дракону, если дальше пойти. Короче говоря, пока что, наверное, оставим тут это место. Не будем пока дальше идти.
То слишком дохрена орков как-то. Хотя посмотрим, вроде... Вроде ничего такого там нету, насколько я помню. Итак, пойдемте сейчас, собственно говоря, заодно выполним следующие две миссии сразу. Это убийство Хошпака и меч этого Ферроса. Возьмем. Значит, сама ставка Хошпака, она находится вот прям в том месте, куда мы сейчас идем с вами. Вот на том холме. Правда, надо сказать, что она довольно-таки хорошо охраняется, эта ставка, и попасть туда будет задача не из простых. Ну, тем более, что здешняя фауна еще так же помешает этому. О, пустой сундук, охереть. Оригинально, оригинально, ничего не скажешь. Ну давайте тогда поохотимся на снайперов. Немного. Что 25 опыта лишними ведь не бывают. На, 120 даже. Даже еще меньше. Я был большего мнения о них. Так, в принципе, блин, если попробовать их выманивать по одному, что получается очень редко, так можно, в принципе, зачистить все кольцо. Но сейчас нам надо уничтожить... Вот этих вот парней, орков. Так, где ты, мой Хошпак? Где же ты, где, солнышко алое, блин? Так, давай, первый. Первые два, пошли. С двумя-то я еще могу разобраться. Без особых проблем. О, шикарно. А лучше всего, если вы загоните там противника куда-нибудь в угол. Он, когда загнанный в угол, он очень тупит сильно. Так. Уничтожаем следующих. Кто у нас тут? Давай, давай, давай. И бегите. Ой, нет. Блин, три орка, это уже слишком для меня. Attention. Attention. Блин, пропустили мы удары, валим, блин, отсюда. Сучки, а. Так, придется сейчас их опять ждать, пока они уйдут по одному. Вот, суки, а. Так, ну а против вас что-нибудь, какое-нибудь заклинание, которое, блин, на расстоянии, что ли, бьет? Дайте шаровой молнии херачим. Как раз у нас 5 свитков есть. Давайте попробуем применить на них ее. Блин, быстро они возвращаются на свои места, блин, такое ощущение, как будто они телепортируются прям. Так, ну что, пробуем. Вот на Хошпак сам. Но сначала мы на... Да, не особо-то он и урон приносит, это шаровая молния на поверку. О, опять, блин, вас дохрена. Блин, да отстаньте вы от меня. Короче говоря, только какая-нибудь магия, которая бьет на расстоянии, получается. И что-то он начинает тупить сильно, блин, этот. У меня этот меч Беллера, блин. Почему критов нет? Вот мне вот это непонятно. Так, ну давайте последнее лечение средних ранений. Почему нету критов, блин? Так, куда это он пошел у нас? Э! Парень, Вася! Вася, 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 ты куда идешь? Ты кто вообще есть? Ух, нихера себе! Слушай, блин, чё-то у него какое-то слишком крутое здоровье. Блин, походу я сейчас пойду в западню. Блин.
Ну-ка, давайте так попробуем. Так, отлично, хошпак сдох. Так, ну что, бурю еще, еще раз против вас использую. Там ничего или как? Нет. Я думаю, тогда с арбалета вас постреляю. Господа хорошие. Да, старый добрый военный арбалет еще может быть лучше. Так, а вас тогда с такого ракурса. Самое главное их загнать просто. Так, ну и вас еще. Ну с тобой сейчас мы разберемся. Так, еще меня вот эти твари беспокоят. Блин, действительно, что-то до хера их просто здесь развелось. Особенно в этой главе. Целая проблема будет их уничтожать. К несчастью. Из так, этого не вы нечего взять. Хорошего. Ладно, этих мы пока оставим, что-то их тут три штуки целых. Я хочу посмотреть, собственно говоря, сам лагерь, где была ставка хошпака, которую мы только что завалили. Однако эпично. Вот, а это еще не конец. Еще орк-шаман у нас здесь остался. Все, иди в свой мир, блин, где вы там, шаманы, живете. Так, мещерсы, все, мы мещерсы подобрали. Давайте посмотрим, кстати, насколько он крутой. Урон 100. Да, одна ручка. Если честно, не впечатлило. Так, ну а здесь у нас ничего интересного, да, внутри нету. Так, ну и перед тем, как возвращаться, можно еще посмотреть пещерки, которые находятся под этим холмиком. Может быть, там что-нибудь интересное находится. А я пока что специально еще не охочусь на драконов. Потому что пока что еще не пришло время. Потому что здесь нам еще надо найти, например, драконьи корни. Тут есть свои драконьи корни. А сделать несколько эликсиров. Силы, например. Знаете, здесь такой контраст, прям, знаете, полевые хищники и одновременно еще и орки. О! Самое то, каменная табличка. Давно я ее не видел, не видел их. Но жаль, что они тут первого левела в основном, сейчас все стали попадаться. Хай-левельные, по ходу дела, мы уже с вами забабахали, да? Такс, ну и чё? Еще пару орков, я думаю, можно убить. Вот тебя, например, без вреда своему собственному здоровью, да? Так, 85-97, уже 29 очков обучения, я хереваю. Ух, ё-моё! Не, слушайте, нет, вот здесь уже надо бежать. Здесь уже надо бечь просто. Так, нас сзади вроде никто не преследует. Вот, можно, кстати, неплохо вот тут стали, господа. Сейчас раз вас уничтожим за раз. Отлично. Пытаются они взобраться, но тщетно, да? Мозгом вас обделили, судя по всему. Ну да, против численно превосходящих орков тут только таким способом вот
всякие находить хинты, не слишком честные, на первый взгляд, и валить их. А потому что по-другому никак. Ну, вот так вот глядишь, и кольцо снимется, может быть. Я не знаю, может быть даже отдельную серию записать, там, типа, насчет уничтожения кольца. Вот это вот, да, окружение, которое вокруг лагеря у нас с вами. Давай, иди сюда. Отлично. Так, и варгов осталось еще завалить. Вот я думаю, еще тех парней справа завалить. И будет вообще нормально. Ну, варги, как мы видим, нам уже особую угрозу не представляют. Так, здесь опасно налево идти, поэтому пойдем направо. Тут еще два орка. Да. Тут еще опаснее, блин. Тут уже предводители, блин. Так, ну, кстати, есть, в принципе, смысл их довести до сюда и потом их всех поубивать. Давайте, 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 сейчас я. Агритесь на меня. Они, по-моему, все, они уже до суда до меня добраться не могут. Ну, вот так вот мы их и завалим. Как раз заодно посмотрим, сколько тут стрел арбалетных понадобится нам с вами. Когда же он сдохнет-то уже, а? Ну неужели? Ну... Блин. Далеко убег, ублюдок. Так, ну в принципе здесь мы место уже немного так расчистили, да? В принципе, у меня даже появилась мысль. У меня появилась мысль всех вот сюда сделать такой паровозик, да, и так как они тупят, когда я на таране нахожусь. Не выйдет ничего хорошего. То я их просто с тарана расстреляю всех и все. Из этого не выйдет ничего хорошего. Нечего взять. Ничего нет. Ладно, благо трофей мы уже взяли, и сейчас уже начнет темнеть, поэтому идем к квестодателям и сдаем эти побочные квесты. А дальше я буду заниматься такими делами, как нахождение трав и уникальных мечей. И я нашел Синграта. Да? И где же он? Он мертв. Вот его арбалет. Он был при нем. Должно быть, он смог вернуть свой арбалет, но орки все же прикончили его. Чертов дурак. Я знал, что так будет. Мы все тут погибнем. Вот тут все сдохнут. Может даже быть в этом полностью уверенным. Так. Так, так, так. Собственно говоря, кто мне там еще миссии давал? А. Интересно мое мнение. Орик, по-моему, да. Пойдем сейчас к Орику, сдадим квест, то что Хошпак сдох. Такс, и в принципе можно еще там плюс 5 силы подучить. Вроде как. Знает, что правильно, а что нет. Хошпак мертв. Отлично. Это обязательно посеет хаос в рядах орков. Может быть, у нас все еще есть какие-то шансы? Я думаю, это позволит нам получить передышку, по крайней мере, на неделю. Было бы неплохо, да, действительно. Так, ну все, в принципе, побочные квесты мы тут выполнили. Я сейчас думаю, наверное, я вне записи как раз-таки займусь уничтожением плотного кольца орков в одиночку. Ну, потому что
занятие, да, довольно-таки монотонное, на сюжет особо не влияет, но в качестве зарабатывания опыта вполне, в принципе, сойдет. Так, поэтому, в принципе, да, вышла такая серия чисто на побочных миссиях. На этом, собственно говоря, все. В следующий раз тогда, наверное, будет прямое включение с того момента, как я разберусь с кольцом орков здесь. А затем я вам покажу, где здесь можно найти драконьи корни, уникальные мечи, оружие, и затем уже мы наконец-таки возьмемся за самое главное — уничтожение поочередное, поэтапное всех драконов здесь, в Минентале, в Рудной долине. Всем спасибо за просмотр и пока, до скорой встречи.